Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, что в городе продолжается ремонт улицы Алма-Атинской в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что за два предыдущих года благодаря нацпроекту приведена в порядок наибольшая часть Алма-Атинской, где всегда активный дорожный трафик. В этом году уже выполнен ремонт межпутья и обустроены пешеходные подходы. Кроме того, покрытие на 100% отфрезеровано. Начали укладку верхнего слоя асфальта, ведется ремонт тротуаров, а там, где они совсем разрушены, их восстанавливают. В плане и восстановления двух посадочных площадок для пассажиров общественного транспорта. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан проводят по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. С подробной информацией и списком документов можно ознакомиться на сайте Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Консультации по телефонам указанным на экране. Администрация железнодорожного района сообщает о вакансиях, которые есть на предприятиях. Самарский завод «Коммунар» примет на работу аппаратчика по приготовлению смесей и растворов, сборщика зарядов и водителя. Зарплата от 37 до 48 тысяч рублей. Самарский металлургический завод ждет ведущего специалиста по диагностике оборудования, ведущего экономиста и литейщика цветных металлов. Заработная плата от 41 до 60 тысяч рублей. Завод «Авиаагрегат» примет на работу наладчика станков с программным управлением. Ему готовы платить от 80 тысяч, а также мастера участка и сверловщика. Зарплата от 50 тысяч рублей.